Знаете как, ну, вот очень часто ко мне родители в Москве подходят и говорят, мой ребенок не любит читать. Когда мне так говорят, я говорю, значит, вы еще не нашли ту книжку, которая ему понравится. Вот как только он из сотен книжек, одна книжка ему действительно понравится, и он поймет, что читать это здорово и интересно, и он остальные книжки тоже будет читать. Как бы вот важно найти подход к ребенку, вот, так сказать. Очень часто родители думают, ну, раз он не любит читать, ну, значит, и не нужно ему это, да? Так же и с учебой. Мне кажется, если ребенок по какой-то причине неохотно занимается, значит, просто к нему не нашли вот этот вот подход. А как только его заинтересует хоть чем-то, ведь нельзя одинаково ко всем подходить, детям, да? Как только его чем-то заинтересуют, что-то ему интересное подскажут или расскажут, любопытное.